Друзья мои, ну мы попали на Розу Хутор и попали на тропу здоровья. Она абсолютно бесплатная. Посмотрите, какая тут красота. Проходите Розу Хутор, и в конце, где пляж и небольшое озерцо сделанное, проходите дальше. Вот такая тут тропа здоровья. Абсолютно бесплатная. Посмотрите, какая тут красота. Просто супер. Вот такой водопад. Друзья мои, ну мы прогулялись по тропе здоровья. Прошли ее полностью по большому кругу. Сейчас я покажу вам карту, что это за тропа здоровья. Вот она перед нами, эта карта. Это, соответственно, Роза Хутор. И можете спокойно тут прогуляться, она абсолютно бесплатная. И действительно тропа здоровья. Вы видите водопад, хороший лес. Там она вся окультурена, то есть со ступеньками, со всеми моментами. Надышитесь воздухом и зарядитесь здоровьем. Друзья, ну мы находимся сейчас на Роза Хутор. Мы спустились из своего отеля на первый уровень. И буквально там 20-25 минут пешком дошли до Роза Хутор. Вот, прошли по тропе здоровья, на, в конце Роза Хутор. По лесу там погуляли где-то там часа полтора, не торопясь. Вот, и здесь вот такая, смотрите, обстановка. Сейчас солнышко чуть-чуть ушло за тучку, но так достаточно солнечно и хорошо. Сейчас у нас июнь месяц, 11 число. Сейчас вам здесь все покажу. Все гуляют, все получают удовольствие, отличный чистый воздух, горы окружают. То есть здесь нормально погулять, посмотреть все это дело. Ну, живем мы вот там в горах, сейчас мы туда пойдем опять пешком, поедем на первый уровень к нашему отелю. Живем мы в Риксосе на уровне 960. Друзья мои, ну вот у нас речка Мзынта. Она сейчас очень такая быстроходная, с большим течением, потому что тает снега в горах и достаточно много воды. Ну а в сентябре месяце мы тут были, конечно, она достаточно маленькая. А сейчас она очень красивая, с большим течением. И мы находимся в Роза Хутор. Вот напротив нас отель Park Inn. Кто-то здесь живет, но мы на первом уровне не хотим жить. Мы живем обычно на втором уровне. Там все-таки и горы, и почище, и машин поменьше. Вот все люди здесь гуляют. Вот такая тут обстановочка. Так, конечно, здесь очень здорово. В июне месяце очень здорово. Так что приезжайте в Сочи. Всем советую. Перекусить в кафе Красная Поляна. Сейчас здесь мы что-нибудь закажем, перекусим, и я вам все расскажу. Здесь цены достаточно доступные. Борщ стоит 330 рублей. Цена достаточно хорошая. А так вот такая тут панорамный вид. Река Мзынта. Ну и сидите на улице. Вот само это кафе. Тут достаточно хорошо. Дорогие друзья, мы сделали заказ, заказали борщ, шашлычок. Сейчас сидим, ждем. Все вам покажу, что нам принесут. Так, обстановочка тут достаточно хорошая. И ветром обдувает, и не сильно жарко. И солнце сейчас ушло. Смотрите, какой. Вот такой вот ресторан. Красная Поляна кафе называется. Сейчас посмотрим.
вечер на Красной Поляне у реки. Друзья мои, ну принесли нам борщ. Смотрите, какая красота. И борщ, и сало, и булочки. Я думаю, что все должно быть очень вкусно. Стоит всего 350 рублей. Находимся мы на Красной Поляне, прямо на набережной реки Мзынта. Рекомендую вам это место. Друзья мои, ну я попробовал борщ. Все очень вкусно. И булочки, и сало, и сам борщ. Рекомендую. Цены тут на Красной Поляне относительно недорогие. Так что имейте в виду, всем рекомендую. Кафе называется Красная Поляна. Друзья мои, нам принесли шашлык и люля-кебаб. Посмотрите, как все аппетитно и вкусно выглядит. И борщ я уже его съел. Он был просто офигенным. Поэтому, если вы будете в Роза Хутор, советуем всем заходить вот в это кафе. Красная Поляна. Очень все вкусно, качественно и недорого. Всем рекомендуем. Дорогие друзья, мы попробовали и люля, и шашлык, и борщ. Здесь, в этом кафе, просто все супер. Поэтому рекомендуем, если будете на Красной Поляне, приходите сюда, относительно недорого, и все очень качественно. Находится на реке Мзынта. Вот наш шашлычок. Вот наш люля. И вот это кафе. Красная Поляна. Рекомендуем. Дорогие друзья, мы покушали в кафе «Красная Поляна». Нам все очень сильно понравилось. Нам принесли счет. Сейчас я вам его покажу. Счет достаточно гуманный для «Красной Поляны», потому что мы кушали в других ресторанах примерно за то же самое, просят где-то 3 700 – 3 500. Сейчас я вам покажу, сколько принесли счет нам. Счет 2315 рублей. Это борщ, шашлык, люля-кебаб, пиво, соус. То есть для Красной Поляны это очень хороший прайс. Всем рекомендуем сюда приходить. Имейте в виду. Облака, лес. Река Мзынта.